Отель Венеция Пелос находится в Анталии, в 15 минутах от аэропорта. В отеле проводилась реновация в 2013 году. Ну, частичные реновации проводятся каждый год. Тут все связано с Венецией, венецианские маски, плитка. Сегодня день памяти Ататюрка, из живых цветов турецкий флаг. Также встречают прохладительные напитки, шампанское. Тут проходят встречи с туроператорами. Гастрелейшн, здесь можно заказать такси и арендовать автомобиль. Концепция ультра все включено. Всего 543 номера. Вот как раз бар в лобби. Обратите внимание на картины в лобби. На ресепшн вас встречает маска карнавальная. Также есть выход на летнюю веранду. И здесь прям стоят по две пары коней. По QR-коду можно сделать заказ. Территория не сильно зеленая, ближе к пляжу уже зелень. Основной бассейн, бар, пул-бар, кабаны вокруг бассейна. Лобби-бар работает 24 часа, а остальные бары работают до 12. В 2024 году здесь поменялось руководство, поменялся персонал. И обновили в этом году всю полностью внешнюю зону и частично номера. Но номера уже будут в следующем году обновлять. В отеле основной корпус и два корпуса. Справа получается корпус Сан-Марко, а слева Кастелло. Они отличаются только тем, что в Кастелло 28 метров квадратных стандарт, а в Сан-Марко 25, но заранее мы можем только прописать рекомендацию, в какой корпус вы хотите, но при бронировании, к сожалению, мы не можем знать заранее, в какой номер мы попадем. На минус первом этаже спа-комплекс. В спа-комплексе есть бар с прохладительными напитками. Также есть тренажерный зал, wellness-центр. Хамам, сауна бесплатно и бассейн бесплатно. А процедуры массажа, это все, соответственно, уже будет за дополнительную плату. Здесь фотошоп, можно сфотографировать ваш зрачок, и вам сделают картину. И улица с магазинами. Для пляжа вещи какие-то можете приобрести. Сама территория, обратите внимание на колонны. Ну, красиво, конечно, все сделано. Как-то я косо-криво все снимаю. В отеле активная анимация, проходят в течение дня различные спортивные мероприятия. И волейбол, и пляжный волейбол, и живая музыка каждый день. Также здесь привозные шоу, здесь не аниматоры сами устраивают программы, а вечером приезжает шоу и
21:30 проходит шоу тайм. Вот справа вы видите корпус Сан-Марко, а Костелло слева. И основное здание это вот как раз таки где холл. Кофейня. Огромный бассейн. В бассейне пул-бар, кабаны. Здесь и кондитерская, мороженое, бар. Вот девочки также развозят напитки по запросу гостям, кто отдыхает около бассейна. Зона с гамаками. В отеле есть несколько а-ля карт ресторанов. От 4 ночей один а-ля карт ресторан бесплатно. Если вы проживаете более 7 ночей, то 2 ресторана бесплатно. Если вы хотите забронировать просто а-ля карту, то есть проживаете менее 4 ночей, ну или хотите забронировать дополнительно, то есть человека будет стоимость 20 евро. Кабаны платные и около бассейна, и около моря. Соответственно, около моря будет стоить 90 евро до 4 человек. Но если вас больше, чем 4 человека, то с каждого человека 20 евро дополнительно. Венецианский мост. Кто был в Венеции, наверное, знает этот мост, что нужно через... Это мост любви, через него нужно кидать монетку. Так что можно проплывать, загадать желание, найти любимого и кинуть монетку. В отеле две категории номеров. Это стандарт в размещении 2+1 и family 2+2. Можно 2+3, но если это будет инфант. Тапочки в номерах есть, халатов нет, но халаты под запрос. Это детская зона аквапарка и также есть взрослый аквапарк 7 горок. Места фото зоны. Здесь живая музыка. Вечером бар. И в течение дня тоже бар открыт. Станция мороженое, десерты, напитки, чай, кофе. Выпечка. Фрукты есть, вот даже прям фруктовые салаты, порезанные фрукты. Здесь сцена. Тут проходят вечерние анимационные шоу. Магазины уже ближе к пляжу. И сумки, и чемоданы, и различные пляжные аксессуары. Здесь фотошоп и парикмахерская. Также попкорн, сладкая вата. Ну, попкорн вот 3 евро стоит. Здесь также вечером бар работает. Теннисные корты.
Здесь фудкорт и турецкий а-ля-карт ресторан здесь вечером. Здесь вот как раз снэк-ресторан, но здесь заказ по меню. То есть не шведская линия, где вы набираете себе сами, а именно по меню. Здесь оборудованная платформа для занятий спортом, йога, различные джампинги. Здесь можно получить полотенце, то есть вам не нужно ни из номеров, ни из спа нести полотенце. Полотенце можно получать около пляжа. Здесь также бар, прохладительные напитки. Снэк-ресторан работает с 11 до 18. Кабаны 90 евро с человека. За дополнительную плату также будут водные виды спорта. Пляж достаточно большой. Здесь не тенты, а зонты. Вход хороший, плавный, песок. Пирс еще не открыт, но все готовится к открытию сезона. На пирсе тоже кабаны. Как выглядят коридоры корпусов. Везде красные дорожки. Ковровые. Сейчас посмотрим стандартный номер. Ну и если будет у них наличие, то покажет и семейный. Номер категории Family. Две комнаты. В одной комнате две раздельные кровати. Достаточно большой по площади. В коридоре шкаф гардеробный и большая основная спальня. Из спальни балкона нет. Ванна одна. Здесь именно ванна. И в ванне душ. Стандартный номер. Так выглядит стандартный номер. Эти все номера будут в ноябре полностью реновироваться. Поэтому на момент съемки 24-й год. Основной ресторан работает на завтрак, обед и ужин. Сейчас вам покажу обед. Свежая мебель, хорошие столы. Хлебобулочные изделия. Отель, я уже спросила, он заполнен на данный момент на 50%. Два вида супа. Макароны. Нут. Зелень. Лазанья. Вареное брокколи, тут картофельное пюре. Здесь, кстати, кто сказала зелень, мне потом скажут, это не зелень, это шпинат. Здесь различные закуски, салаты. Оливки, маслины. Огурцы, помидоры свежие, много зелени. Здесь кофе, чай, турецкие сладости. Здесь десерты, пирожные, запеченные мои. Ой, сори, любимые мои. Обязательно покушаю. Десерты выглядят очень даже аппетитно. Здесь фрукты, есть порезанные, есть фруктовые салаты, есть целиком. Здесь сыры, горячая, что-то я
Не увидела. А, горячая, видимо, в другом зале. Также есть на улице столы, можно и на улице сесть. Прохладительные напитки, соки, кола, фанта, спрайт. Здесь уже горячие. Рыба, овощи запеченные, макароны, пасты, луковые кольца, наггетсы, картошка фри. Здесь, сейчас посмотрим. А здесь пиде, печи. Куриное сате, курица в панировке, сате из овощей. Индейка, говяжье сате, рис. Здесь на гриле курица и котлеты. Сейчас на улице сядем куда-нибудь.